Она с той стороны. Она с той стороны. Если пока не с ляхом, то я тебе покажу. Я не буду. Она не там. Там, там. Не там, она здесь. Она там не знаю. А это где? Вот такую вот самчишку мы отхватили. Хороший. Так. На хамзад его. Кто там у нас? Кусается вот такой. Еще один. Дерзкий, да? Да, да, да. Дерзкий, видно там, да, хоть попадает сюда. Да. Молодой. Чуть-чуть дальше надо держать. Все, пойдем, я вам говорю. Вот такой вот самчишка. Вот и кушать приехала, да?
С какой стороны? С той. И с этой? Угу. С этой, да? Угу. И вола с этой. С этой. Иди туда. На них он был? Да. Ага, так? А, все. Пойдем, пойдем. За ночь, за ночь. До нашего дома 140 рублей выходит. Нет, 110 рублей. 110. А это самец точно? А, да. Тот сразу пошел на палки, сел. Такая вот самочка.
хорошая самочка, если я не ошибаюсь, или молодой самец, скорее всего. Я думаю, самочка беленькая. Но если самочка, в любом случае оставлю себе, хотя похоже и на самца. Нет, усики у нее серые. Не знаю, видно вам, не видно. Такую самочку оставлю для себя. Наверняка самочка. Вот такой вот симпатичный, красивый. Так, птица начинает перелетать уже, поэтому просто много чего пропустили, почему телефон, просто батарейка села на телефоне и съемка не удалась. А было очень много красивых моментов, когда по 40, по 50 штук птицы залетала в сетку, там столько на ней таких больших дырок образовалось. Просто много птиц было отпущено, как этот замечательный щегол. Посмотрим попозже, сейчас птица должна на вечернюю, перед вечерней, вечерним отдыхом, точнее, покормиться немного, а потом уже птицы не будет.
так тоже будет опускаться. Не успел отпустить этого, попался уже другой. Самочка запуталась капитальным образом. Иди. Такой вот маленькие экраны. Экраны мне не нравятся. Люблю побольше. Так, мордочка неплохая.